Свердловской области стартовали выборы губернатора региона и депутатов представительных органов местного самоуправления в 16 муниципалитетах. А накануне в фундаментальной библиотеке «Орла» открылся ситуационный центр наблюдения за избирательным процессом. Центр работает при штабе Общественной палаты региона. В этот штаб входит и гендиректор АО УТРК Андрей Чернов. Ситуационный центр будет следить за законностью выборов. Здесь будет работать группа экспертов. Здесь будет мобильная группа, которая будет выезжать на какие-то спорные ситуации. Вот. И будет работать юридическая группа, которую возглавляет Сергей Александрович Мальфан. В этом ситуационном центре открыт доступ к видеостене, есть компьютеры. Отсюда любой желающий сможет наблюдать за избирательными участками. Всего охватом видеонаблюдения обладают 246 участковых избирательных комиссий. Конечно, это дополнительные требования к членам участковых избирательных комиссий. Общественная палата подготовила 1400 наблюдателей. Все они знакомы с золотым стандартом, то есть сводом правил, и получили сертификаты. Палата направила наблюдателей на все избирательные участки, а таких в регионе 682 постоянных и 10 временных. Напомню, что постоянные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября с 8 утра до 8 вечера, а временные примут избирателей только в единый день голосования, то есть 10 сентября. Не успели тогда.